Инспектор ДПС останавливает водителя и просит предъявить документы. Водитель недоумевает, ведь он ничего не нарушал. Ситуация проясняется, когда сотрудник ДПС вручает ему календарь и информационную листовку. Дело в том, что на дорогах Невского района проходит операция «Пешеходный переход». Кроме раздачи печатной продукции, сотрудники ДПС провели и другие мероприятия. Практически определены все наиболее аварийные пешеходные переходы, где наибольшее количество ДТП произошло за 10 месяцев. Там уплотнены количество нарядов, то есть везде практически перекрыты эти пешеходные переходы инспекторами ДПС. Кроме того, обследуется дорожная сеть, выявляются где-то стертые пешеходные переходы, полосы, где-то не хватает знаков или они пришли в негодность. Подобные акции проходят ежегодно, но взяться за профилактику в этом году более плотно сотрудников ДПС заставила статистика. По итогам 10 месяцев 2011 года в Невском районе произошло более 600 ДТП, в которых погибло 40 человек, что на 15 больше, чем в прошлом году. Причем в зоне пешеходного перехода пострадало 115 человек, из которых 8 погибло. Говоря об этой цифре 8 человек, следует отметить, что из этих 8 погибших 5 человек пешеходов погибли по собственной вине, и 3 пешехода погибли по вине водителей. Обладателями новых календарей и листовок также стали пешеходы. Более 100 таких подарочных комплектов разойдется по городу. Инспекторы Невского района будут раздавать их до 28 ноября.